Муравьи – неистребимые захватчики, на них лошадь управа. Это муравьин. Вы знаете, это канал. Он не просто муравьин это рекламирует. Торгует им. Его гранулы приманят, уничтожат вредителей. А мелких земляных мурашей мы заманим в ловушку из шишек. Вот человек заманивать будет мелких земляных мурашей. Вот. А это вся страна вот такими набита. Муравьин продать надо. Как-то обхожусь без него. Добрый день, Валерий Касимович. На одном из последних вебинаров задавали вопрос о покраснении листьев сеянцев украинской груши. Сегодня сравнил фотки сеянцев, стояла жара, листья покраснели. Химии поливать не надо, это не болезнь. Молодец. С уважением, Кугушкин Владислав. Молодец, Владислав. Спала жара, листья позеленели. У сварога наблюдалось то же самое, но более слабо выражено. Фото прилагаю. Думаю, начинающим пригодится, иначе могут залить химией. Да, уважаемый Владислав, если вот эту фотографию, а они ни хрена так, ну, практически в садоводстве не понимают, вот те самые, Ольга, Наталья и другие. Вот, вот если эту фотографию вы сейчас возьмете, хотите провести эксперимент, вы прислали мне. Вот это может сделать Железов, но у него фамилия звучит. Подумать провокация. Если вы, Владислав, вот туда отправите на канал Туманова 1 100 000 подписчиков, куда мне до них с моими тысячами. Так вот, вот эту фотографию и напишите по-другому. Уважаемые знатоки, пожалуйста, объясните, почему у меня покраснели листья, я очень волнуюсь. Так вот, ответов будет 10-20, и там будут перечислены все. Попробуйте, а мы потом посмеемся. Нас же туда не пускают. Ну как, любой может написать. Ну, встречают без вас 40 и поливают грязью. Мы это проходили. И мошенничество, и все прочее. В чем мое мошенничество, не понимаю. А она сказала, что написала, что я косточку за 1000 рублей продаю. Да еще с которого дикарь вырастет. Вот там действительно мошенничество было бы. И вот получается следующее. Вы эту фотографию отправляете. Появляется 10-20 комментариев, потом вы ее копируете и присылайте нам, а мы вместе посмеемся. А вот, а вы просто подождали, вот, и с вас оказалось они нормальные сеянцы, кажется, мои.